Всем привет! Меня зовут Мурадшин Рамисримович, я основатель магазина «Дом кроваток». В этом ролике я расскажу вам про сборку кроватки Junior. Эту кровать отличает от других моделей то, что у нее очень понятная и доступная пошаговая инструкция. Кровать выполнена из массива березы. Эта модель отгружается в двух размерах – 160 на 80, либо 180 на 80 сантиметров. Габаритные размеры их 162 на 26 на 18, либо 182 на 26 на 18 сантиметров. Также отдельно упаковываются лаги. Общий вес двух коробок 25, либо 27 килограмм. Кстати, возле меня стоит коробка от кроватки размером 160 на 80 сантиметров. Вскрываем коробку и раскладываем содержимое. Соберем боковые стенки кровати. Вот что нам необходимо. Обратите внимание, при сборке у нас используют такие длинные винты с металлическими бочонками и деревянные шканты. Вот что у нас получилось. Теперь соединим две боковые стенки кровати. В руках у меня царга. Царга – это элемент, который соединяет две ножки кровати по длине, и на нее укладывается основание под матрас. Обратите внимание, что модель, которую мы собираем, она у нас идет с УФ-печатью, поэтому здесь имеются специальные крепления для рисунка из УФ-печати. Мы сразу установили заднюю спинку. Теперь установим декоративный рисунок из УФ-печати. Крепление позволяет установить как ее справа от кровати, так и слева. Мы сразу положили лаги. Мы рекомендуем крепить лаги не в день сборки, а спустя пару дней. Обратите внимание, что на лагах имеются специальные технические отверстия для потайного крепления шляпок от саморезов. Теперь вы смогли убедиться, что собрать кроватку Junior легко и просто. Напоминаю, что в нашем магазине можно приобрести не только кровать, но также матрас на матрасники, постельное белье, одеяло, подушки, растущие стулья и многое другое. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр.